Всем привет! Сегодня мы отправляемся на очередной заброс. Это будет одна из заброшенных тюрем в Эстонии. Так что подписывайтесь на канал «Заброшенная Европа», ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Потом пока! Я не буду... Заключенный череп. Лицом к стене, руки за спину. С вещами на выход. Да блин. Подстава такая. Блин, меня все не оставляет. Портфель кому оставил? Портфель? Да. Хабр не оставляет. Ты сказал с вещами на выход. Так с вещами? О, ничего себе тут. Мурзилки. Не, ну ладно, личные фотки не будем. Да, не надо. Хотя, может, кто-то узнает? Ну, хотя, если они тут стоят, это, в принципе. Ну, да. О, Смирнов, слышь, Владимир, ты? Нет, это чисто, как его... Бирочки. Да, вот так вот. Ну, серверная была когда. В мое время тут еще стояло, как у нас, А или Б буква, то есть уровень знания эстонского языка. А, да ладно. У меня, кстати, где-то должна сохраниться моя такая бирка. Не такая именно, а очень похожая. Что мы тут читали? Джон. Ну, тут даже читали. О, надала. Вах, это все меню, ничего себе. Это в кронах или? Конечно, в кронах. А, хотя слышишь, если... Кебаб. Слышь, тогда кебабов не было. Ну, ты уже современная, видать, вот, знаешь, было когда-то. Че, ты думаешь, была какая-то забегаловка? Ладно, можно, слушай, когда закрыли. Может, и было. Блин. Самый шапир был. Сейчас пойдем в это здание, если не ошибаюсь, там был этот, как его, библиотека, школа. По-моему, посмотрим. Блять, это я реально слышал все это разговор. Блять. Пойдем быстрее. Это баня. Это совсем маленькая, да. Да, нам надо следующий. О, военные ящики. Что за маркировка? Ящик номер 21. Включительно что-то там. Не знаю, короче. Кто знает, что за ящики, пишите в комментариях. А, просто мувальники. О, я, кстати, было целое собрание таких книг. Я, кстати, вот именно эту на пятерке читал, когда читать нечего было, прикинь. У меня у мамки целое собрание было, я помню. Давай короткими перебежками. Какой-то движ, да? Караул, мы, по-моему, только забыли. Вот она. Вот она, то, что я говорил, вот это вот. Что? Фиолетовое растение. Как бы, но. Что? В простонародье это иван-чай. А у эстонцев это... У эстонцев это... Пыдраканы? Да. Ну, пошли, речь. Что-то как-то стрёмно мне, слышишь? Как бы ночью на пятерке было не так страшно. Бля, это птица. Или нет? А вот это вот бараки. И, к сожалению, там смотреть нечего. Там уже все сломано внутри. Ну, можно зайти потом показать? Можно... Да, вон, смотри, это птица. О, ладно. Ну, где-то я реально слышал голос. Слышь, либо охрана, либо... Это я... близко. О, смотри.
Че? Прикинь. Ныряй. Прикинь, что нашел. Ныряй давай. Воды мало. Рыбка. Слушай, глубина-то была. У тебя скроет? Нет, ну по поясу было. А это что, нырять будет? Опа. Прикинь. Вообще просто развалился, прикинь. На зоне просто развалился и балдеешь. Я думаю, здесь пытали. Если я не ошибаюсь, здесь же была. По-моему, здесь. Как его? Не школа, а. Ну посмотрим, как выйдет. Да, здесь это. О. Церковь была, поэтому там, возможно, в том бассейне даже крестили. Я вспоминал, здесь церковь, не здесь. Здесь вот он вспоминал церковь. Чё это? Какая-то песня, расписание песен. Ладно. О, даже есть знакомые. Да, я тоже уже заметил. Ты что-то по голове прилететь можешь. Ну. Может, а что поделать? Ну я как бы не хотел, слышишь, героически погибнуть на зоне. Ну, в заброшенной зоне. А? Здесь даже какой-никакой ремонт был делался. Ну уж да, современный, кстати. Может, что-то тут и хотели, конечно, сделать. Баня. Мы пойдем с тобой за баню. Да? Э? В тюрьме баня. Ну это нормально. Не, ну слушай, в то времена это уже душевая и все. А в те понятно, что это прикольно. Ну это такая, как-то странная такая. Но это явно не для заключенных бань. Слушай, ну кто знает, кто знает. Вот если кто-то знает, напишите. Блин, а лестницу могли бы и повыше сделать. Я бы залез. Вот так как у меня ножки короткие. Не, я могу, конечно, блин, но там, видишь, веревка. Не, блядь, были бы ночи, я знал, что здесь никого нету, я бы слазил. Ну просто оказаться на чердаке. И как бы это безвыходное положение на самом деле. Блин, куда ты завел? Да. Санузел. Как-то мы, блин, с этим. С маской пропустили какие-то конкретные места. Ой, это что? А, это швейная машинка, типа. Ты тоже на швейке работал? Я нигде не работал. Я был не шил варежки? Я был из тех, кто считает, что все это западло. Блять, реально голоса. Ну, это говорит о том, что мы здесь не одни. Слышь, ну а как это? Где выход, блядь? Да я уже сопер. Блин, опять. Сорти. А ты достал. Подожди, значит, пойдем отсюда. Я здесь нету, значит. Блядь. Мы заблудились. Да там бай, там тоже были. Выход там. Мы оттуда вышли.
Короче, слышишь, сейчас мы пиздец, мы в ловушке. Че, в окно? Осекли барахло. Вот это динамик так есть. Динамик. Так, по мелочам барахло всякое. Слышь, барахло. Ладно. Здесь где-то есть большой зал. Я не могу вспомнить, где он. Слышишь, отсюда бы выйти. Пианино играть. Вот на каждом забросе есть пианино. Вон еще тут Альма, для тебя небольшая библиотека. Пианино родина. Давай, маэстро. Э? Раньше умел только мелодию бригады играть, но сейчас уже не умею, не помню. Как вам мое произведение? Офигенно. Личного сочинения. Грубо, а потом включим. Что читать будем? Да, возьми телефон там, ты снимай, что там впереди тебя. Не очень, конечно, удобно. Не знаю, как хочешь. Но вот такие вот тут ходы. Идет он до конца, до туда, и все заброшено, то есть закидано книгами. Вот, в любую сторону, куда ни посмотри, тут везде коробки с книгами. Так, возвращаю тебе. Держи. Держи, у меня где-то фонарик. Природа служит человеку. Понял? Много эстонской литературы. Нету того, что меня интересует. Не, может быть, есть, хотя навряд ли. Давай вылазь. Но все книги пересматривать. Это, конечно, долго. Вот такой вот. Такой вот зал.
тормози, в следующем здании включим. Советский ремонт. Заходишь, со стороны может показаться, что ты в квартире в какой-то. Да. Чисто совковый вариант. Блин. Пол под ногами. Будем надеяться, что мы не спустимся, как в сливках. Блять, на крышу бы куда-нибудь вылезти, посмотреть, что тут. На крышу можно что было в этом здании. Это у меня секретси. Ой, я помню, когда я в Марву на тюрьму приехал, знаешь, меня просто пятерки удивило, что там вот такие же шкафчики переносные, знаешь, столы стоят, не прибитые к потолку, как и привыкли к чему-либо. А вот именно вот такие вот. Марву 20 примерно километров от Тальни, даже меньше. Там было малолетие. Ой, морзинка. Прикинь, да, такой? Лежит морзинка, ну что-то очень похоже на нее. Рядом Библия. Блин, все скрипит под ногами. Конечно, хотелось бы оттуда тоже полазить, снять потом видос. Не знаю, может быть, снимем. Вообще можем сейчас долазиться. Ты чувствуешь, что кто-то за нами по пятам ходит. Ты знаешь, что это за значок? Можно, слышишь? Четыре города, гора. Там есть пару затопленных зданий. Затопило. Ну, крышу, попали на охранника. Охранник, кстати, оказался добрейший, души человек. Так немножко пообщались, даже ай-яй-яй не сказал. Попросил по крышам больше не лазить. Самое главное, что нас охранник не выгнал. Это уже большой плюс. Но нас где-то спалил, потому что он говорит, что мы снимаем видео. Он говорит, да, я, говорит, знаю.
О, суицидамины. Курение вредит вашему здоровью. Отечка, наверное, была.